Доброго времени суток, с вами Invest Solution, и сегодня мы рассматриваем проект Lulux. Это платформа, которая является уникальной в своем роде, централизованной платформой, которая даст возможность обладателям криптовалюты совершать сделки покупки и аренды в сегменте элитных товаров. Полная автономность работы сервиса обеспечивается смарт-контрактами, а централизация полностью меняет логику самого процесса, что позволяет установить новый, еще более высокий стандартный для всех участников сделок. Именно такой продукт ожидала индустрия роскоши в последние 10 лет. Ведь сервис будет полезен не только для покупателей, но и обеспечит комфортные условия работы для продавцов и партнеров. Компания выпустила собственные токены LXC, универсальное платежное средство, с помощью которого можно будет расплачиваться за любые услуги, предоставленные в проекте. Для тех, кто будет использовать LXC, предусмотрены скидки, добавляющие ажиотажа, а разработанная бонус-система и правильный маркетинг компании позволяют утверждать, что проект будет полноценно привлекательным для партнеров, имеет потенциал высокого роста и развития. Демо-версия платформы уже доступна в приложении App Store и Google Play. Lulux будет полезен всем, если вы планируете дорогостоящую поездку, хотите арендовать автомобиль класса люкс, шикарную яхту или роскошную недвижимость. Теперь вы сможете совершать крупные покупки из любой точки мира, не опасаясь за совершаемую сделку. Философия команды Lulux ставит своей целью уничтожение барьера между криптоэлитой и продавцами предметов роскоши. Покупатели, заключившие сделки на платформе, имеют возможность нести средства в любой удобной валюте, от привычных нам евро и доллара до различных криптовалюты, такой как эфир, биткоин, лайткоин, даш, фиат, что привлекает инвесторов и делает компанию еще более перспективной. Пользователи сервиса – это очень обеспеченные люди, ведущие соответствующий образ жизни. И, конечно, у большинства из них сбережения хранятся в криптовалюте. Однако, после анализа рынка выяснилось, что сектор услуг в сегменте лакшери не успевает идти в ногу со временем. И лишь малая часть продавцов эксклюзивных товаров и услуг принимает криптовалюты в качестве способа оплаты. Сервис Lulux призваны разрешить эту проблему, с чем, собственно, он удачно справляется. Компания обладает рядом серьезных преимуществ перед аналогичными проектами, не привлекающими блокчейн-технологиями. Сервис гарантирует полную анонимность участников сделки, что позволяет не переживать за раскрытие конфиденциальных данных и увеличение безопасности. Операции выполняются без посредников, а вносимые средства проходят процесс автоконвертации без комиссии, за счет чего уменьшаются издержки и, следовательно, стоимость оказываемых услуг и покупаемых товаров. Это идеальное место для совершения сделок с антиквариатом, крупными драгоценностями, лакшери часами, покупки собственной виллы на побережье или приобретения дорогостоящего автомобиля. Все, что только могут пожелать богатейшие люди со всего мира, будет собрано в одном цифровом пространстве – с идеальным сервисом. Проект имеет завидный масштаб, активная работа сервиса идет в таких городах, как Дубай, Лас-Вегас, Лондон, Барселона, Вашингтон, Пекин, Сочи, Рим, Сеул, Сидней и многие другие. Плавное масштабирование сервиса и увеличение комфортности условий сотрудничества делают ее лакомым кусочком для всех, кто занимается бизнесом в сегменте люкс. Активное привлечение партнеров и грамотно выстроенная идея сервиса делает его перспективным проектом. Через несколько лет сервис может стать крупнейшим центром люксовых продаж, объединяющих продавцов и покупателей со всего мира. Дорожная карта проекта. Так называемые планы развития компании. Идея зародилась еще в четвертом квартале 2016 года. Изначально Lulux задумывался как лакшери сервис, мобильное приложение, призванное удовлетворить запросы состоятельных людей в области аренды премиального имущества, но опыт и профессиональный бэкграунд позволили глобализировать проект и вывести его на новый уровень. В первом квартале 2017 года начало создания продукта. Сервис Lulux призван объединить на одной платформе все эксклюзивные предложения по аренде лакшери имущества и стереть географические границы. Второй квартал 2017 года. Первый MVP. Работа с партнерами. Демонстрация жизнеспособного проекта позволила привлечь первых партнеров и пользователей, что дало толчок к дальнейшему развитию сервиса. В третьем квартале 2017 года. Запуск iOS и Android. Приложение материализации идеи. В третьем квартале 2017 года также разместили приложение Lulux для iOS и Android в маркетинге
маркетах. На сегодняшний день уже более 10 тысяч пользователей по всему миру. В первом квартале 2018 года создание концепции LuxCoin и White Paper подготовлен важнейший документ для продвижения платформы Allux и привлечения инвесторов. Сформулирована концепция собственных токенов проекта LXC. В первом квартале 2018 года приватная продажа токенов LXC. Первый этап продажи токенов – закрытая продажа. Возможность купить токены LXC по максимально выгодной цене и получить бонус до 40%. Во втором квартале 2018 года второй этап продажи токенов с возможностью получить бонус до 25%. Третий квартал 2018 года – перечисление токенов LuxCoin на криптокошельки участникам всех этапов продаж. Третий квартал 2018 года – добавленные токены на бирже укрепит позиции Allux в качестве реального международного бизнеса, призванного упростить поиск и взаимодействие продавцов и покупателей лакшери товаров. Также в третьем квартале 2018 года стартует основная продажа токенов LXC с целью привлечения максимального количества участников. А по завершению основной продажи все нераспроданные токены будут сожжены смарт-контрактом. Также в третьем квартале 2018 года идет доработка мобильного приложения для iOS и Android, запуск веб-сайта Allux и доработка мобильных приложений. В четвертом квартале 2018 года презентация платформы Allux с реализованной возможностью оплаты криптовалютой. Первый квартал 2019 года сервис Allux представлен в 35 городах, объединяя более 5000 уникальных предложений. А второй квартал 2019 года запуск криптокошелька Allux. Для проведения платежей будет создан свой собственный, удобный и безопасный криптокошелек Allux. Третий квартал 2019 года запуск блокчейн-платформы Allux. Старт платформы на блокчейн. На этом этапе будут описаны все типовые контракты с минимальным набором условий. Постепенно логика смарт-контрактов будет усложняться, описывая при этом даже нетипичные условия контрактов. И четвертый квартал 2019 года. Глобальное развитие бизнеса, выполнение приоритетной задачи – это поддержка и масштабирование бизнеса, который будет работать во благо пользователей и партнеров платформы. Активная работа над расширением партнерской сети и увеличением количества активных пользователей. Основной этап продаж. Токен будет называться LXC. Поддерживаем платформу – это эфир, стандарт ERC-20. Также доступны разные бонусы. На привате до 11 июля был доступный бонус 40%, до 16 августа 2018 года 25%. На данный момент доступен бонус 15%. Стоимость за один эфир можно приобрести 2500 токенов LXC. Принимаемые валюты эфир, биткоин, лайткоин, Dash, софт кап проекта 1 800 000 долларов, хардкап проекта 16 500 000 долларов. На данной диаграмме мы видим распределение токенов. На команду выделено 10%, стратегический резерв 35%, продажа 50%, баунти программа 2,5%, адвайзеры 2,5%. На данной диаграмме мы видим распределение собранных средств. 25% пойдет на маркетинг и продажи, 30% развитие IT, 5% юридические расходы, 7,5% фонд развития, 12,5% международное расширение, 10% B2B маркетинг, операционные расходы и 10% административные расходы. Команда проекта. Исполнительный директор Дмитрий Лебедь. Это помощники Михаил Макеев, Алхаз Дюшимбаев, Артем Лисовский. Это остальные члены команды: Сабрина Серано, Юлия Дербушень, Александр Недорезов, Александр Третьяк, Валентина Мащенко. Адвайзеры проекта. В команде проекта трудятся великие гении IT-сферы. Это Алекс Линенко, Йоаким Холмер, Нави Капу и Андерсон Ларсон, имеющий многочисленные награды в области блокчейн-технологий и зарекомендовавший себя как первоклассные специалисты в области ICO. С каждым из них
можно более детально ознакомиться по линке, которая находится под фотографией. Партнеры проекта, контакты. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.